Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Давайте с вами разберемся, чей же банк Тинькофф на самом деле. В какой стране он зарегистрирован и кому принадлежит контрольный пакет акций. Эта тема больше информативного характера, но давайте для информации мы с вами разберемся, что, как, зачем и почему. Основателем Тинькофф кредитной системы является Олег Юрьевич Тинькофф, ну и, соответственно, банк назван в честь его фамилии. Председателем правления Тинькофф банка является Оливер Хьюз. Он руководит им почти с самого основания, с 2007 года. До Тинькофф банка Оливер работал главой представительства Visa в России, председателем совета директоров Тинькофф банка является Станислав Близнюк. В Тинькофф банке работает с 2006 года. Что касаемо пакета акций, 100% пакета акций владеет компания TCS Holding Group Holding. Эта компания зарегистрирована в Кипре, а этой компанией владеет Олег Юрьевич Тинькофф. То есть, по факту, Group Holding является инвестиционным холдингом Тинькофф банка. И этот холдинг владеет следующими организациями. Тинькофф банк, Тинькофф страхование, Тинькофф мобайл, микрофинансовая компания ТК Финанс, ООО Феникс и ООО ТКС. И также ООО компания Тинькофф по разработке программного обеспечения. Несмотря на то, что 100% акций принадлежат этой самой кипровской компании, но Тинькофф банк все равно зарегистрирован на территории Российской Федерации. Так что по факту это российский банк, просто он работает с привлечением иностранного капитала. Ну и что касаемо небольших изменений, да, по руководству, то Станислав Близнюк, который был председателем совета директоров Тинькофф банка, должен стать председателем правления Тинькофф банка. Ну, то есть, вот такая основная небольшая история, да, о Тинькофф банке и о пакете акций, и кому этот банк принадлежит. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока!